На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям любыми путями. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. От душевного мятежа многие приходят к религии. Бывает, что окружающие не понимают их и нередко упрекают в гордыне, надменности и черствости. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к окружающим. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Они обладают неплохой интуицией, которая в некоторых случаях доходит до экстрасенсорных способностей. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.